Ладно. Нужно просто оценивать, как бы вот в стрелках, допустим, у меня есть имперские мушкетеры, которые стоят 2. Вот от них отталкиваться, допустим. Вот кондотьеры, драгуны. Сколько они? Сейчас я, короче, количество создам... мушкетеров стоит. Сейчас я катку создам. Хотя 8 не буду включать, включу, допустим, 4. Так, нахуй. Че 4? Ну, сам против себя, типа. И хочу в центр всех направить. Тут, блядь, отряды разные. Посмотрите. Ну, вот саламандр точно не стоит. Как пехотинец. Поэтому троечку выдадим. Ну, тихоня 4. Блять, у меня команда получилась, ладно. Если ничего не забагается, а вот я должен города выбирать разные. Не знаю, может забагается. Алексей, как думаешь? Рыцарь кондотьеров, 2 пехотинцев завалит? Может, думаю, ну конечно, да. Рыцарь, он же топчет. Блять, у меня все разрушилось. Ну, у него просто атака в ближнем бою вроде бы ненормальная. Он не просто так такой дорогой. А троих? Это уже под вопросом. Ну где-то тройку поставь ему. Ну если пехотинец стоит 2. Ну тогда этому 3. Думаю, да. Ну ты понимаешь, что он полтой, типа? Ну это скорее всего, я точно не знаю. На 4 поставил, короче, когда пехотинца он стоит. Я 40 поднял, типа. Там пушки надо поменять. Или поменять пушки. Да нет, не знаю. Скорпион сколько пехоты убьет? Нужно побольше. Ну, где-то как 3, да? Он стоит. Угу. Вот я взял доманул, сразу 40. Может, это пускай будет ее бонус? Нет, она не с бонусом. У нее же есть способность. Просто ее убрать тогда? Да нет, я подкорректирую это. Надо просто найти ее способность. А вот эти вот пулитер, вот этих всех дураков ты добавил, они не покупаются? Кто? Ари, пулитер, какула, вот эти дураки. Ну, если ты героя не призвал, то... А, можно, да, если не призвал. Да. Вот, блядь, у меня не контролится, наверное, этот ложный игрок. Короче, варвара вызвал, короче, 40 шагов. А эти берсерки, которые дальние, они тоже один стоят, но они еще не дальние, а так есть. А у этих... Не дальние, только по воздушным. Ну да. А, ну да, да, да. Ну а эти-то... такую вот воздушную, вот эти, которые варвары просто. Ладно, конечно, выберемся. Ну,
через альт, оказывается, игроков можно убирать. Деструкция, я помню, ебать. Ну тут что-то опрос. Я помню этот призыв Зика. И он не это не тратит. Этот, как он называется? Лимит. Ну вот истребители возьму 10. Зиг в боевой форме, 10 истребителей против 40 варваров, но они, сука, они-то получается не сбалансированы. Получается они это самое, бля, наземные цели только, ебать, хуйня получилась. Они просто истребителей захуяли. Вот так, ну сейчас схватка, ебать, что-то капец. Просто расстреливают фоку. Дико хуярит кто-то башни. Доманурик, а доманурик стреляет. Пули и саламандры у меня тоже кто-то по на землю. Все пиздец, я пехоту расправил. Вообще дичь. Не, прикольно. Зика убили. Стрессу захуяривает какой-то. Ебать. Да манур какой-то 10 этих останется. Самолета. Стрицу заебашили. Походу она еще захуярит какие-то 10 самолетов. Хотя у нее третьего скила нет. Нет, не до Манурика захуярили. Только хуй. Восемь самолетов остались жрать.